отношении того, что вы ответили Якову о народе, народах мира, которые усиливаются в человека. Если я вижу в десятке, что у товарища усиливаются народы мира, как я могу ему помочь? Пример. Это работает лучше всего. Даже если вначале кажется, что это не работает, снаружи иногда не видно, что пример работает, но он работает. А это не имеет значения. Это не важно, тебе кажется, это работает или не работает. Ты со своей стороны должен все равно показать товарищу пример. Нужно почувствовать эту ответственность в то время, когда я вижу, что у товарища народа мира властвует в нем. Я должен почувствовать ответственность и дать пример. Ты должен почувствовать двойную ответственность. Прежде всего, поскольку товарищ, он из того же духовного тела, как и ты. С другой стороны, тем, что он показывает тебе пример, или Творец через него показывает тебе пример, иначе бы ты его не увидел. Тебя приглашают к духовной работе, к духовному подъему. Ну, понятно, тут еще много есть разных нюансов. Когда вы говорите пример, это также усилит то, что я делаю? Да, то, что ты серьезно принимаешь все эти знаки, которые ты видишь у товарищей. Насколько через них Творец с тобой говорит и показывает тебе правильные, хорошие примеры. Иногда не очень правильные, хорошие. Ты их сортируешь и продвигаешься.